Итак, это обзор игры Battleship, да? Battleship, короче, это, блядь, я в нее еще до фильма, да, ее с торрентов скачал, вообще там охуел, какая крутая поначалу, да? Ну, блядь, ну не то, что крутая, но кажется, что она не совсем говно поначалу, да? Потому что шутер, блядь, шутер, да? А шутер же редко делают по фильмам-то. Хотя делают, блядь, ну и бывает такое говно делают, что... Ну, собственно, как эта игра и как, блядь, это, блядь, LA, блядь, вот эта сука уёбышная. Ну, неважно, вот как бы вроде поначалу шутер, да, а потом вообще охуеваешь, как круто, что они туда внедрили и стратегии элементы, и при этом еще корабельные битвы. Другое дело, что все это через жопу сделано, вообще нахуй примитивно, что просто как бы кнопку нажимаешь, там корабль там убивает другой корабль, ну, блядь. И шутер примитивный на Хэлло очень похож, кстати. Ну, поначалу, по крайней мере, так. А вот эти острова вообще пиздец. Видите, облака плавают, сука. Battlefield 3 нихуя не плавают. Ну, тут они очень уёбышно плавают, вообще одним слоем, да, то есть полный пиздец. Они должны несколькими слоями проплавать. Так. В общем, смотрите, типа даже полуоткрытый мир такой. Блин, похож, по крайней мере. Так. В общем, вот дошел, пол игры прошел, да? Тут смотрите, блядь, и тут, блядь, а что случилось-то? А? Что, сука? Короче, тут есть, да? Тут есть землянское оружие, да? И есть инопланетянское оружие. Причем в фильме, да, у инопланетян вообще никакого оружия не было. Они там, блядь, ну, там, блядь, это, сука, такой скороваркой негров, блядь, готовили. В общем, а тут вообще лазеры, вообще, сука, вообще там пиздец, там, вообще пиздец, вообще там охуеваешь, какие эти корабли крутые у американцев, что инопланетян ебашат, они сильнее, чем инопланетян. Так, какой кнопкой? Ладно, похуй. Так, get to beach, блять, так. Так, все, бежим, бежим. Ну, блядь, даже интересно как-то играть это даже, сука, сука. Поначалу, но потом заебывает, да? Я даже хотел пройти, после того, как кино посмотрел. А фильм вообще охуенный, всякой пиздец. Вообще там негры-терминаторы ходят, вообще там нахуй. Пиздец там всякие, блядь, вообще там... Блядь, вообще, сука, и такие корабли вообще охуенные, там эти инопланетянские, с такими гранатами, нахуй, да? И типа сделано по игре, что ли, на настольной кораблике, да? Как мы, да, ебашились, да, блядь, не в русскую рулетку, да, у нас оружия тогда не было в совке, блядь, мы ебашились кораблики, да, вот играли, да, кто проиграл в эти кораблики, да, того убивали нахуй, все кодлы, блядь, вот очень такие, блядь, дела, блядь, поэтому мне игра очень запомнилась, сука, блядь, так... Блять, чё убивает-то, сука, так, блять. То есть, короче, видите, тут даже эти враги есть катающиеся, сука, которые с фильма, тут вообще пиздец. Тут и корабли вообще там стратегический, блять, режим хуический, там, блять, там все это. Сука, блять. Ну, сука, все дешево, конечно, через жопу, блять, там, сука, хуй знает, как сделано, блять. Ну, сука, знаете, чтоб шутер, блять, еще с элементами, да, блять, морского боя, вот как круто вот они придумали, да. Могли бы просто морской бой сделать, сука, да? И типа вот жарите говно, а тут нахуй шутер сделали. Причем игра, которая как бы не шутер, не, блядь, там вообще никто не в игре, да? То есть, блядь, никакой игре нахуй, в фильме ебаном. В фильме ни разу никто из никого, блядь, не убил из автомата, да? И вообще там не автомат никто не выстрелил ни разу даже из оружия огнестрельного. Только корабли там стреляли, да? И вот, а тут нахуй бац шутер с какого-то хуя, вообще охуеваешь. То есть вообще пиздец, да? Сука, да. А, вот, у меня же поддержка есть. Вот, видите, поддержку вызываешь и сюда. Давай, ебаш их. Давай. Давай туда, сука, блядь. О, блядь, сука, да? И там в зависимости ты как, у тебя получается, убил, блядь, видали, как все охуенно, да? В зависимости от того, как ты победил в морском поединке. Блядь, сука, блядь! Мразь, блядь, сука, блядь. Пидорасы, блядь, сука, блядь, говноед. Вот, вот так, у меня подводная, вот это подводная лодка, видите, ракеты. Сука, на, получи, сука, фашист гранату, блядь. Блядь, что так, блядь. Сука, я не знаю, блядь. Так, то есть вообще, так.
И причем он как бы в реальном времени бои идут. Только я забыл, какой. Блять, сейчас ебанет. Блять, ебануло. Блять, мимо что ли? Вообще приятно врагов достаточно убивать, да? А это самое главное. Прям, блядь, вообще, сука. Вообще, сука, блядь. В общем, вообще, блядь. Вообще, блядь, охуеть. Так, блядь. Там, короче, игра, блядь, заебывает временами, что чекпоинты не так расставлены, что там убивают так. Я забыл, какой кнопкой. Ва, вот, нашел, ЛБ. Вот, видите? И ты нажимаешь в реальном времени такой айфон, да? И видите, кораблями. Да. Сука. Да. Видите, надо их позиционировать бы ближе к этому. Блять. Так, как двигать так? Ладно, блять. Надо вот уничтожить подлодку, да. Вот, видишь? Так, видите, вот так. А это поближе, видите, подвинуть, да? И это, а это... А это тоже сюда. Видите? Так, вот. А еще есть вилкал карт, видите? Типа такие охуенные карты, да? Можно починить шип-контроль сделать, видите? Шип-контроль. Блять! Шип-контроль. Не ту кнопку, сука, нажал. Блять, сука, тормознут айфон, сука. Блять, видите, сука, как долго подогружается, нахуй. Интернет. Да, ну то, в общем, фильм такой охуенный, блять, вообще там. Так, вообще, сука, блядь, да? А у нас, блядь, какой флот, нахуй, блядь, сука, одно корыто ебаное, подлодка, нахуй, Курск, нахуй, с трупами, блядь. И буксир, нахуй, один, и который возит все это говно с трупами, с парашей, блядь, сука. Блядь, на керосине, блядь, это все, блядь. И, блядь, и вместо пушек у нас, блядь, стоят эти швабры, блядь, на кораблях, сука. Вот у нас такой флот, нахуй, блядь, так, радар, видите, врубил. Так. О, вот, видите, врубил, ебать, смотрите, блядь, сука. Ну, блядь, ну, как бы примитивно, да, просто надо стрелять и все, да. Вот просто кнопку нажимаешь и все. Ничего делать не надо, держишь, все. Но все равно приятно, вот приятно, что, сука, такое не добавили. Вообще, видали, сука, вот. Вообще пиздец, да. Сука, блядь, коммунистов разъебали, нахуй. Вот. Собственно, блядь, у нас авианосец во флоту якобы есть один, сука. Этот, блядь, который, сука, блядь, даже не авианосец, а авианесущий крейсер, блядь. Сука, у нас, блядь, то есть ни одного авианосца, сука, нет, блядь. То есть, блядь, сука. Вот, и он, блядь, весь засранный, обоссанный, блядь, да? Блядь, и, блядь, с дерьмом, нахуй, там вообще подъемники не работают, нихуя все обоссанные, канализация тоже не работает, там все в говне. О, бля, корабль приплыл, пиздец, блядь, а? Вообще в реальном времени, видали, как охуенно, вот. Его, блядь, красят, блядь, раз в 10 лет, да, на праздник, и тот с одной стороны только красят, блядь, да, которая там к быдлу, нахуй, на 9 мая поворачивается, блядь, только с этой, да. А недавно там, сука, блядь, главный у нее, блядь, этот, сука, кто за него отвечал, за это сраное корыто, он там якорь спиздил, блядь, сука, ему, блядь, выделили бабки там, сука, блядь, 10 миллионов рублей, что ли, блядь, сука, на новый якорь, блядь, да, сука, в Европе купить, нахуй, блядь, да, а он, сука, блядь, спиздил все деньги, нахуй себе, да, и, блядь, и купил за 100 рублей якорь, нахуй, ржавый какой-то на помойке, блядь, сам спиздил откуда-то, сука, повесил, типа, вот, нахуй, блядь, сука, вот, блядь, вот такой, сука, у нас флот, у нас самая разъебанная в армии, это, блядь, авиация и флот, вот это самая разъебанная, блядь, сука, блядь. В общем, это вообще пиздец, блядь, да? Вот какой флот, нахуй, видали, нахуй? Инопланетянские корабли ебашат, да, одной ракетой. Сука, нахуй. Блядь, а у нас чё, нахуй, блядь, там? Сука. Блядь, вообще, все, блядь, вообще там. Сука, блядь, там. И у нас веслами вообще, нахуй, гребут, блядь, я вам скажу по секрету. Блядь, на всех этих корытах гребут реально веслами, нахуй, блядь. Сука, что, блядь, керосин экономит, да? Заставляют, сука, блядь, этих ебанутых призывников, сука, грести, блядь, веслами, сука. Представляете, что веслами, блядь, грести, сука, нахуй. Блядь, вот. Сука, в общем, блядь, это ебаное позорище, сука, блядь.
Блять, они, блять, если захотят, они разъебут там все нахуй, блять. Там, сука, у них, блять, сука, блять, столько нахуй этих, блять, сука, эсминцев, нахуй, блять, там 50 штук, нахуй, скажем, блять, по 100 ракет вылетит, нахуй, там вот 500 ракет, нахуй, сука. Блять, летит 500 ракет, а у нас там кораблей всего 20, нахуй, да, сука, блять. А ракеты такие, что, блядь, попадет и пиздец на, нахуй, сука. Блядь, Курску нахуй. Блядь. Так, в общем, сука. В общем, я заблудился. Нет, нет, тут показывают, куда вот. Вообще, Хэлла так напоминает, вообще пиздец, прям вообще так и территория похожа, сука. Блядь, ну сука, блядь. Дайте, блядь, здесь спрыгнуть, сука, нельзя, вообще, блядь, пидорасы. Возвращаться придется. Ну, графика, конечно, говно, но не совсем так, что, блядь, да, говно. Сойдет. Вот, движок как раз вот этот охуенно использует, который в Dead Island, Chrome Engine, нахуй. Давайте. О, блядь, сука, так. В общем, вообще. Ну, эти все подлодки, блядь, хуёлки. Так, давайте посмотрим, что они там плавают. Сука. О, видите, так. Так. Вот сюда плыви, блядь, сука. А, вот, видите, блядь, нет. Блядь. Блядь. В общем, ладно, хуй с ними. Блядь, нахуй я вообще двигал их. Видите, мы плетем вот сюда, и можно проиграть как бы битву, если вовремя не среагировать там, да? И тогда у тебя не будет поддержки слота. Она очень нужна, потому что ебашат. Видели, как, сука, эти человечки фиолетовые? То есть вообще пиздец. Так, а ты чё, откуда ты тут, сука, взялся, а? Падла, блядь, откуда ты, сука, взялся вообще, сука? Блядь, я тебя не знаю, нахуй. Хули он тут сидит, блядь, сука, а? Сука, нихуя не делает, а? Сука, и чё ты смотришь, блядь, там никого нету, сука, а? Сука, блядь, пиздец. В общем, вообще мразь, блядь, сука, блядь, блядь. В общем, так... В общем, ну, сами видите, что, собственно. Так, видите, постоянно говорят, займи, сука. А все инопланетяне сидят и ждут, когда займешь. В общем, блядь. Твари, блядь, сука, вообще. Так, блядь, сука, заборчики, нахуй, поставили, пальмы, нахуй, там, блядь, там. Вообще, блядь, вообще такое, все такое. И вообще, блин, как интересно, со стороны, да, на эту хуйню смотреть в фильме же нихуя вообще не показано, да? Как они что там, блядь, делают, а тут вообще все тут. Вообще, блядь, там. Ну, оружия мало, видов вообще. Вообще, блядь, два вида оружия, короче. Землянская М16 или М4. Так. Сука. И вот это, ну полный пиздец, короче, так. Да, да, приятно, вот стреляет, даже вот это натянское говно даже. Вообще, сука. Так. Ну, пиздец. Блять, он, смотрите, он дергается. Да, РПР. О, приплыл на лодку, вообще пиздец. Мы сейчас на корабле проплывем. Так. И чё? Блять. О, блур какой-то пошел. Так. В общем, о, миссию, о, прошел миссию, охуеть, а. Вообще пиздец, блядь, это, ну, в общем, блядь, это, сука, видите, блядь, игра, блядь, такая, сука. Блядь, инопланетянская, сука. Так. Вот, так, видите, сука, новая миссия. Вообще пиздец, так. Ага. О, блядь, сука, корабль. Может, на корабле дадут поплавать? Пиздец, а. Ого, турели, блядь, поставили. Пиздец, а. Вообще. Вообще, такая графика компьютерная. Все, вообще все нахуй, вообще такое. Блять, в полигонах. Вообще там, вообще, блять, а. Сука, блять, а. Вообще, видели, компьютерные графики там в Америке показывают брифинг. А у нас, блять, какие средства коммуникации до сих пор в армии, блять. Свисток, нахуй, флажки, блять.
Сука. А у американцев, блядь, сотовые были еще во Вторую мировую войну. Блядь, были нахуй сотовые, нахуй. Наши, когда там встретились, наняли бы с ними. Они вообще охуели в охоте были, что у каждого был мобильный телефон. Ну, как бы не мобильный телефон, рация была портативная, да? С размером с телефон мобильный 80-х, 90-х годов такая. И они в ахуете были, у каждого солдата было, да? И Сталин сам охуел и приказал, и всех расстрелял тут же, да? Кто эту хуйню видел, да? И кто, кому жвачку они давали, их тоже всех расстреляли. Чтоб, сука, блядь, не рассказывали, как там охуенно живут. Это вообще пиздец. Блять, это... Ну это, блять, по-любому лучше, чем батл, чем Элай, вот это, параша. В это даже играть можно, если бы игра так не заебывала. А игра заебывает сильно, сука. Убивает как-то быстро тут, блядь, ебаные чекпоинты, хуенты. Блять, кривые. Так. Так, вот, давайте. О, видите, воюют, прям видно, видите, воюют прям, да? Прям видали, сука? Вот, видите, воюют. Блять, видите, инопланетяшки, сука. Блять, так. Видите, чтобы их надо ебануть, да? Надо сначала ему бультяшек, потому что они могут ебануть еще это. Так, вилдкарт, видите? Бля, вилдкардов нету, так. Ну что делать-то, сука? Вилдкардов нету. Так, ладно, похуй с вами. В общем, вообще пиздец, блядь, да? Сука. В общем, вообще там, блядь, вот. Вот, видите, прям видно, вообще пиздец, как воюют. Это ж пиздец просто, вообще прям целый остров, да? Инопланетяшки бегают, инопланетяшки падают, плавают, блядь. Вообще пиздец, так? Вообще, бля, ракеты, да, ебашат. Мне нравится, что они в упор ебашат прям вообще. И вы бы еще на таран, нахуй, как в Сёгуне, блядь, ходили бы. Вообще пиздец, как, сука, в Средневековье даже так не воевали, нахуй. Что в упор, нахуй, ракеты, блядь, межконтинентальные по друг другу пускать, блядь. Вообще пиздец, а. Так, о! Во, появилось, видите, сейчас покажу. Вилдкарды. В общем, так, вилдкард, вот. Так, вилдкард. Мислос. Вот, видите? Как раз для подводной лодки, да? Потому что у них ракеты как раз только и есть. То есть вообще, блядь, полный, да, сука, вообще. То есть, блядь, это... Сука, блять, ну вообще такой, сука, фильм обдуленный, нахуй, а? Блять, сука, сука, пиздец. Видали, прям реальная баталия такая, сука, блять, Перл-Харбор, нахуй, вообще целый. Видали, как ебашит инопланетяшек, да, в упор ракетами. Пиздец, джавелинами, нахуй. Так, ой, блять, что там за, блять, вообще видали, прям это, эти хуйни. Эти хуйни, видали, кидают. Их могут уничтожить корабли, тогда в жопе вообще кажется. О, вот это, сука, ебаная. А как вы, сука, сюда попали? Как вы сюда попали, блядь? Откуда вы тут, сука, взялись, да? Вот что вы залезли, сука, как вот, блядь, по полианам, что ли? Блядь. Ну чё, сука, а? Блядь. Не, ну неудобно стрелять все равно, хотя его убивать приятно. Сука, прицел какой-то ебаный, блядь. Все, вообще, сука, блядь, сука, в атаку, блядь, за Сталина, блядь. Сука, за Сталина, блядь, во Сталина, блядь, сука, блядь. Блядь, сука, блядь, убейте рядового Райна, блядь, сука. Блядь, сука, все убили, нахуй, в общем, такие дела, нахуй, блядь.